Добрый вечер, друзья! Рад вас всех видеть, всех приветствовать! Новый год уже буквально наступает нам на пятки, но мы решили Новый год отметить сегодня по-особенному, по-молодежному. Так что мы сегодня встретились с вами не случайно. Итак, друзья, сегодняшний вечер вместе со мной будет вести прекрасный и как мессатор. Постепи меня жестко, постепи жестко. Меня. Да ты нет, так можешь, что? Ты что, нет? Нет. А тебе только все прекрасное и хорошее. Ильдар Рахматуллин, друзья, ваш аплодисмент. Я его должен как-то подстегнуть. Да, он обязательно меня подстегнет. Так, этот человек думает, что он суперзвезда, но... Вот она зависть, друзья. Зависть, понимаю, хорошо. Да. Но, без но. Этот человек думает, что он суперзвезда, и он суперзвезда! Ильяс! Ну что, друзья, наша программа обещает быть очень интересной. Нет, не точно. Нет, но мы... А, мы сейчас там подготовим что-то. Это все в наших руках, да. Значит, друзья, для того, чтобы получить главный приз сегодняшнего вечера... Автомобиль. Мы сегодня, значит, выкладываем фотографии в сторис в Инстаграм с отметками штаба «Татар». Дед Мороз и Снегурочка, вот она прекрасная. А где Дед Мороз? А где Дед Мороз? Дед Мороз еще в кроне, да. Он пути едет на санях пока. С оленями. А с оленями? Они выберут главного победителя, и мы узнаем главных суперзвезд. И у нас будут даже подарки. Так, давай, какие подарки? Ой, ну их полно-полно там дальше. Годовое посещение штаба «Татар». Тоже как вариант. Ну, да, наверное. Ну что, друзья, и мы по традиции наших мероприятий передаем приветственное слово нашей прекрасной Гульнарочке, которая снимает нас сейчас со всех ракурсов, так что, ребят, будьте любить, пожалуйста. Так, а где Гульнарочка нас снимает? Вот. Вот. Гульнара Яруллина, встречаем! Так, два микрофона тебе. Два прям? Да. Хайр Люкичка, Дарли Дуслан, всем привет! Спасибо, да. Один только поклонник, да, за 100 рублей. Все подхвачено, оплачено, спасибо. Да, здорово то, что мы здесь сегодня собрались. Такое прекрасное место понравилось, когда заходили сюда, прошли, пофоткались. Эй, вы чё, там вообще клёвые фотографии можно сделать, даже когда просто заходишь сюда. Это очень... В чате писали люди, это знаменательное место для татар. Раньше татары собирались реально в Измайловском парке. Здесь были дискотеки, здесь даже был ДК, в котором наши там бабы... Я, если честно, не здесь родилась, но рассказывали мне знакомые, кто родился в Москве, у кого родители здесь жили, у них реально они собирались именно здесь. И все не просто так, как говорится, да, и мы решили тоже вас всех позвать сюда. Возможно, как-то сделаем это на какой-то постоянной основе, если у нас будут возможности также оплачивать вот такие прекрасные места. Как вам, кстати, лов? Прекрасно! На вечере нашем новогоднем даже предстоит реально очень интересные конкурсы. Мы сидели и продумывали. Сейчас. За 10 минут до начала. Ну нет, почему? Это ты, наверное, никто не знал. Сайды. Нет. Вот. И вас сегодня, короче, ждет офигенный вечер. Давайте зажигайте.
нас проходит молодежный новогодний вечер вместе с студентов. Атмосфера очень классная. Ребята все молодцы, все очень активны, у нас очень интересные конкурсы. Всем ждем и всем удачи, счастья в новом году, чтобы все ваши планы, мечты, желания, цели все реализовались. Всем желаю всего самого лучшего. С Новым годом!